8 человек погибли в аварии в Подмосковье. Микроавтобус столкнулся с фурой на Минском шоссе, примерно в 100 километрах от столицы. По основной версии, Ford Transit с украинскими номерами в условиях плохой видимости пошел на обгон. Водитель не справился с управлением и по касательной задел рейсовый автобус. После выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Двигался на Москву. Ну, встречу лобовую. Зацепило, видно, автобуса зацепил. Сначала его развернуло, и мне на встречную полосу, прямо под машину, под фуру, бус, боком, юзом его сунуло. Принял экстренное торможение, ну куда затормозишь при таком снегопаде, при всем. Удар избежать не смог никак. Уходил влево, но сложило машину, ушел в кювет сам, но их тоже зацепил. Именно этот последний удар для большинства пассажиров микроавтобуса стал смертельным. Четверо пострадавших из «Форда» уже доставили в ближайшую больницу.